Саш, ты забил в трех матчах подряд, причем один гол красивее другого. Как сказал Джики, прорвало наконец-то? Да дай бог, чтобы прорвало. Но на самом деле я говорю, что голы не так важны. Главное, всегда 3 очка. Там до этого не забивал, мы выигрывали. Начал забивать, начали проигрывать. Поэтому, может быть, не стоит забивать, чтобы выигрывали. 2 последних мяча ты забил как раз с передачи капитана. Получается, у вас теперь связка не только в жизни, но и на поле стала такая. Ну да, посмотрим и дальше, как будет. Как бы первый в Ростове он хорошо прям подал. И здесь тоже подключился, здорово дал. Надеюсь, что будет он также продолжать отдавать мне. До этих матчей ты больше не забивал, а ассистировал. Этот навык тоже прокачал, получается, за последнее время? Да не могу сказать, что прокачал. Просто так, видимо, получалось в игре, что отдавал передачи. Ну, как бы там отдельно там что-то не тренировал. Просто так получалось. В 2 кубковых матчах победные мячи забил Паша Милешин. Как тебе дебют молодого партнера по атаке? Наверное, это лучший дебют для него, для команды. Молодой парень забил в первом же матче, потом во втором матче. Ну, это вообще супер. Ну, я рад за него. Мне кажется, каждому хотелось бы именно дебютировать за «Спартак» именно так. Это очень круто. Я его поздравляю с этим. Судя по матчу «Легенд», у него и папа еще в порядке, в хорошей форме. Да, он в порядке. И, ну, многие знают, что мы с Георгием создали же команду. И мы вот после этой игры хотели старшего подтянуть к нам в команду. Пока просто не связались с ним. После долгого перерыва возобновляются матчи сборной России. Что знаешь о Киргизии, куда предстоит отправиться? Честно, практически ничего не знаю, но сборная возобновляется, это классно, и хочется поехать и сыграть. Ну, наверное, там будет очень много народу на стадионе. Ну, круто, больше как бы нечего сказать. Впереди матч с «Локомотивом», который неудачно начал чемпионат. У нас тоже 2 поражения в РПЛ подряд. Чего ждешь от этого дерби? В первую очередь, наверное, стоит реабилитироваться именно в чемпионате, уверенно сыграть, победить, да и все, в принципе. Ну, на «Локомотив» не смотрим, смотрим только на себя и будем играть от себя и стараться выиграть.